Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Сегодня у нас лекция будет посвящена магнитному полю и основным законам, которые характеризуют магнитное поле. Я бы хотел обратить внимание, что в Ближней Азии существует гора, носящая название магнезия, которая состоит примерно из руды. Руда обогащена железом. Это двуокись железа. И железа в этой руде очень много, примерно 2/3. И самое интересное, что вот в далекие времена, примерно 2000 лет тому назад, когда, так сказать, местные жители обнаруживали камни из этой руды, то эти камни из этой руды обладали свойством притягивать различные металлические предметы. И вот слово «магнетит» как раз и восходит к тому, что это есть камни из этой магнитной руды. Вы, наверное, сталкивались с тем, что в электричестве есть понятие электрического отрицательного заряда и положительного заряда. Отрицательным зарядом обладает электрон. Но есть некое отличие между магнитными явлениями и электрическими. Весь вопрос заключается в том, что электрических зарядов два – положительный и отрицательный. А вот человечество, к сожалению, а может быть и к счастью, на сегодняшний день не обнаружило двух магнитных зарядов. Дело в том, что, извините, наверное, было бы более корректно сказать, не обнаружено магнитного полюса или магнитного монополя. То есть магнитного монополя, который бы характеризовал, как вы, наверное, знаете, северный и южный магнитный полюс. Я хотел бы предложить вам дома попробовать сделать эксперимент. Скажите, пожалуйста, вот перед вами имеется металлическая вязальная спица. Вы, наверное, можете ее намагнитить. Каким образом? Взять, так сказать, магнит постоянный и, так сказать, потереть эту намагниченную спицу. Если вы теперь эту магнитную спицу повесите на веревочку, то вы, как в Древнем Китае, изобретете в сегодняшний день компас, потому что у вас спица будет иметь два магнитных полюса, которые, будучи это на ниточке магнитная спица, будучи помещенная в магнитное поле Земли, будет ориентироваться по магнитному меридиану и позволит вам ориентироваться по сторонам света. Но мой вопрос состоит в следующем. А скажите, пожалуйста, а что будет, если вот молодые люди сильные, вы возьмете и разломаете эту спицу пополам? Скажите, пожалуйста, что будет в одной руке и что будет в другой руке? Так как вы сделаете этот эксперимент, то вы увидите, что и в правой руке, и в левой руке у вас будут полноценные магнитные стрелочки. То есть в правой руке у вас будет половина спицы вязальной, у которой будет и южный, и магнит, и северный полюс. То же самое и в левой руке. А я говорил о том, что молодые люди сильные. Давайте еще половинку сломаем. То тогда опять окажется, что в правой руке и в левой руке у вас будет полноценный магнит с северным и с южным полюсом. Так как вы сильные, то давайте будем продолжать ломать. Возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы будете ломать, и предположим, что вы такие могучие, что взяли и разломали до последнего атома. Так оказывается, и у отдельного атома одновременно существует и северный, и южный полюс. Магнитных монополий, то есть магнитных полюсов отдельно, на сегодняшний день человечество не обнаружило. Так вот, тогда возникает следующий вопрос. А давайте-ка мы проведем некий опыт, который показывает, кто порождает магнитное поле. Этот опыт был впервые произведен датским физиком Эрстедом. И вот я сейчас предлагаю посмотреть вам опыт Эрстеда. Обратите внимание на магнитную стрелку, подвешенную на нити,
которая ориентирована вдоль магнитного меридиана, и красный конец стрелки указывает направление на юг. Исходя из основных положений электромагнетизма, красный конец стрелки притягивается к противоположному полюсу. Следовательно, направление на юг указывает направление на северный магнитный полюс, который расположен в районе Антарктиды. А синий конец стрелки притягивается к южному магнитному полюсу, который находится в районе Гренландии. Но сейчас мы посмотрим с вами, как генерируется магнитное поле вокруг проводника, по которому течет ток. Если мы пропустим ток, то стрелка ориентируется по полю, которое является полем прямолинейного проводника с током. Потому что влияние магнитного поля Земли незначительно. Если мы пропустим ток в противоположном направлении, то у нас с вами ориентация стрелки будет противоположной. В опытах Эрстеда было определено, кто является первопричиной магнитного поля. Значит, мы с вами сказали, что это постоянный ток. Исследуя законы, порождающие магнитное поле, и вот законы, порождающие магнитное поле, свелись к тому, что великий ученый Ампер впервые обнаружил, что вот это магнитное поле характеризуется величиной вектора магнитной индукции, которая обычно обозначается буквой B, и характеризует силу, с которой магнитное поле действует на конец, скажем, магнитной стрелки. Давайте мы рассмотрим следующую ситуацию. Давайте предположим, что у нас имеется с вами зазор между полюсами постоянного магнита. Давайте предположим, что здесь у нас будет северный полюс магнита, а справа я помещу второй полюс магнита. И тогда, наверное, вы знаете, для того, чтобы визуализовать магнитное поле, используется изображение магнитных силовых линий. Это есть некие, все сюда, гипотетические линии, которые характеризуют направление вектора, в данном случае вектора магнитной индукции, и вот вектор магнитной индукции в данном случае характеризует однородное магнитное поле, потому что эти линии, смотрите, они равноотстоящие, параллельные, то есть интенсивность магнитного поля одинакова, и везде она направлена параллельно горизонту слева направо. И если мы в зазор вот этого постоянного магнита поместим проводник с током, он направлен перпендикулярно плоскости доски. Давайте мы его расположим вот таким вот образом. Я изобразил сечение проводника, которое перпендикулярно плоскости доски. Для определенности можно что сделать? Давайте, вы, наверное, знаете, чтобы нам конкретизировать, куда течет ток, я буду использовать обозначение, принятые в школьном учебнике. Скажем, вот если я изобразил точку, это как будто бы стрела летит в аудиторию. Таким образом, ток течет по проводнику из-за доски в аудиторию. Так вот, для того, чтобы определить силу ампера, а ампер, рассматривая вот такой эксперимент, установил, что эта сила будет прямо пропорциональна величине тока, прямо пропорциональна вектору магнитной индукции, она будет прямо пропорциональна длине проводника, на которой действует магнитное поле. И если вы помните, то здесь
вообще говоря, стоит угол альфа. Это угол между направлением тока и направлением вектора магнитной индукции. В данном случае этот синус альфа равен единице, потому что угол у нас с вами 90 градусов, а синус 90 градусов равен единице. Для того, чтобы нам определить, а куда же будет направлена сила ампера, в отличие от электростатики, нам нужно использовать правило левой руки. Помните? Мы должны ладошку расположить таким образом, левую ладошку, чтобы магнитные силовые линии входили в ладонь, а вытянутые пальцы были направлены по току, тогда мы видим, что вектор силы, магнитной силы ампера будет направлен вверх. Я предлагаю посмотреть опыт, который показывает действие силы ампера на проводник с током. Значит, вот у нас имеется с вами постоянный магнит, и здесь расположен проводник, по которому мы с вами будем пропускать электрический ток одного или другого направления. Если мы пропустим электрический ток, то у нас сила ампера втягивает этот проводник в магнитное поле. Если мы поменяем направление электрического тока, то сила ампера будет выбрасывать проводник из зоны действия магнитного поля. Действие силы ампера очень интересно посмотреть на примере взаимодействия параллельных токов. И вот здесь я хотел бы объединить идеи Эрстеда и закон ампера. Давайте предположим, сначала рассмотрим схематически, а потом рассмотрим на живом эксперименте. Вот у нас есть два параллельных тока. И предположим, что у нас здесь ток течет I1, здесь течет ток I2, и между нашими проводами имеется некоторое расстояние, ну, скажем, D. Вот такой вот эксперимент. Два параллельных, бесконечно длинных тока. И возникает вопрос, а что будет, если по этим проводам течет ток? Так я тогда хотел бы сказать, давайте рассмотрим сначала первый проводник с точки зрения экспериментов Эрстеда. Тогда, помните первый опыт, когда у нас по проводнику течет ток, то вокруг него генерируется магнитное поле. И это магнитное поле будет представлять собой совокупность концентрических окружностей, которые определяются по правилу правого буравчика или правого винта, и в данном случае, если ток течет вверх, то вот эти концентрические окружности будут характеризовать магнитные силовые линии вектора B, вектора магнитной индукции, порожденного первым проводником. Эти силовые линии, они возникнут во всем пространстве, и, следовательно, в точке, в которой расположен второй проводник, у нас будет вектор B. И вот я только что говорил о символике, каким образом изобразить вектор. Наверное, в прошлый раз я точку нарисовал, а здесь у нас будет крестик, который характеризует магнитное поле, направленное за доску. Что же мы теперь имеем? А мы теперь имеем следующую вещь. Значит, магнитное поле, порожденное первым током, будет воздействовать на второй ток. Каким образом? Опять по правилу силы ампера. Мы ладошку левую располагаем так, чтобы B входила в ладонь, а вот величина, направление вытянутых пальцев совпадало с направлением тока I2. И тогда мы видим, что у нас сила, которая действует на второй проводник со стороны первой, будет направлена в эту сторону. Возникает вопрос. Но первый и второй проводник, они, в принципе, эквивалентны. Давайте теперь мы будем рассуждать так. Второй провод
вокруг себя порождает магнитное поле. И это магнитное поле тоже представляет собой совокупность концентрических окружностей. Мы опять по правилу правого винта определяем, что B2 в данном случае будет направлено, обратите внимание, оно порождено вторым током, и вот магнитные силовые линии по правилу правого винта направлены вот таким вот образом, а здесь магнитные силовые линии выходят в аудиторию. И тогда я вижу, что у меня на первый проводник будет со стороны второго действовать сила, направленная вот таким вот образом. Ну и если бы я сложил закон Эрстеда и закон Ампера, то я бы получил следующую довольно-таки важную вещь. Если вы бы посмотрели, то вы бы убедились в том, что я, не прибегая ни к каким законам механики, доказал, что третий закон Ньютона, он справедлив. В каком смысле? Вы, наверное, помните, что по третьему закону Ньютона сила действия равна силе противодействия. И здесь получается так, что у нас, так сказать, каждый из проводников оказывает притягивающее действие. Если же мы рассмотрим антипараллельные токи, ну, я попрошу вас сделать эти рассуждения самостоятельно, значит, если здесь И1, а здесь И2, то у нас эти проводники будут расталкиваться. А теперь давайте посмотрим этот эксперимент. По одному проводнику протекающий ток порождает магнитное поле, которое воздействует на электрический ток, текущий по другому проводнику. И в зависимости от взаимной ориентации токов мы с вами будем иметь либо расталкивание, либо притяжение проводов. Давайте рассмотрим случай, когда у нас направление прохождения тока противоположно. И мы видим, что у нас проводники расталкиваются. Давайте теперь рассмотрим случай, когда токи будут сонаправлены, и мы с вами увидим, что происходит интенсивное притяжение. А сейчас я хотел, может быть, вам рассказать маленький момент, связанный с относительно новыми идеями, хотя это идеи, хорошо забытые, старые. Я хотел вам показать то, что называется рельсотрон или рейлган. Если вы рассмотрите английское слово рейлган, то ган – это пушка, а рейл – это рельсы. Ну, вот, так сказать, железная дорога, рельсы. Так вот, здесь у нас изображена следующая ситуация. Черным цветом изображена цилиндрическая труба, которая разрезана на две части. То есть вот мы имеем две половинки цилиндрической трубы. Между этими половинками находится красная металлическая шайба. Для того, чтобы уменьшить трение, то здесь, так сказать, такая угольная пудра, которая позволяет минимизировать трение при движении этой пудры и обеспечивает хороший электрический контакт. Если мы вот здесь эти две половинки трубы присоединим к источнику тока, то мы можем с вами организовать прохождение тока. И ток у нас, вот я указал синим цветом, течет сначала по левой половинке, замыкается на металлическую шайбу и течет в обратном направлении. А здесь у нас с вами, так сказать, ну, некие, скажем, большая батарейка. Вы, наверное, помните, что я стартовал с экспериментов Эрстеда, который показал, убедительно доказал, что вокруг проводника с током порождается магнитное поле, которое ориентировано по правилу правого винта. Значит, вот у левой половинки магнитное поле будет направлено вот зеленым по концентрическим окружностям.
А по правой половинке у нас ток течет в противоположную сторону, и, следовательно, магнитное поле будет направлено, опять-таки, по концентрическим окружностям, но в противоположную сторону. И в той зоне, в той области, в которой находится вот эта металлизированная шайба, магнитное поле, обратите внимание, попадает вот в ладошку. А ток по шайбе течет, вот я здесь еще раз подчеркну, что ток у нас течет в этом направлении. Я располагаю ладонь так, чтобы в нее входили магнитные силовые линии, пальцы вытянуты в направление тока, а большой палец указывает на то, что на нашу шайбу будет действовать выталкивающая сила ампера. И до тех пор, пока наша шайба будет находиться вот в этом зазоре между двумя половинками цилиндрической трубы, будет действовать постоянная сила ампера, которая будет выталкивать эту шайбу. И вот я хотел бы сказать, что человечество придумало возможность использовать эту систему для того, чтобы разогнать вот эту шайбу. А потом мы с вами поговорим, можно ли это использовать, скажем, для каких-то интересных и полезных нужд. Так вот, есть экспериментальная установка. Обратите внимание, длина установки 125 метров. Длина установки, в течение движения по которой действует постоянная сила. А почему я подчеркиваю постоянную силу? Я хотел бы обратить ваше внимание. Все помнят великий закон Исаака Ньютона. Если это сила, она у нас ампера, то мы здесь можем с вами посчитать, с каким ускорением будет двигаться наше тело. Но я надеюсь, кинематику вы хорошо знаете, знаете основные законы равнопеременного движения и можете определить, как будет набираться скорость, а скорость у нас с вами v равняется at и так далее и тому подобное. Но я хотел бы вот охарактеризовать ту установку, которая действует. Обратите внимание, значит, 125 метров, ускорение чудовищно большое. Все, наверное, знают, что такое 10 в четвертой. Это 10 тысяч. Значит, здесь 40 тысяч G. Ну, нормальные космонавты, которые хорошо тренированы, они выдерживают там 10-15 G. И на выходе из этой системы скорость составляет 10 км в секунду. Вопрос к вам на засыпку. А какая первая космическая скорость? Вы, наверное, помните, что это около 8 километров в секунду, 7,9 километров в секунду. Но вот сейчас уже готов проект, и ведутся монтажные работы другой установки. 200 метров, ускорение, посмотрите, 100 тысяч G, и на выходе скорость 20 километров в секунду. Близко, так сказать, или даже превышает третью космическую. Так весь вопрос заключается в следующем. Это есть возможность вывода на орбиту некоторого, ну, я бы сказал, неживого груза для того, чтобы можно было бы, так сказать, передать некоторую информацию, либо передать груз. Ну и в заключение нашей лекции я хотел бы обратить ваше внимание на следующее, что большая часть электроизмерительной аппаратуры построена на тех принципах, на которых работает закон Эрстеда и закон Ампера. Вот перед вами обычный, ну, наверное, школьный гальванометр, который позволяет измерять и ток, и напряжение, в зависимости от того, что мы с вами хотим. Так вот, весь вопрос заключается в том, что здесь имеется постоянный магнит, внутри которого имеется рамочка с током. И тогда что же получается? А получается следующее. Если мы с вами подсоединяем, скажем, источник тока и по рамочке пропускаем ток, то по закону Эрстеда в рамочке
возникает магнитное поле, которое стремится повернуть этот контур. А величина поворота, она определяется той стрелкой, которая здесь изображена. Ну, для того, чтобы стрелка, скажем, не уходила далеко, здесь стоят пружины, которые, так сказать, фиксируют максимальное отклонение, соответствующее тому магнитному полю, которое генерируется в том контуре, который вы можете видеть. Ну, наверное, здесь я поставлю точку. Хочу вас поблагодарить и спросить, а какие есть вопросы?